В неделю на территории Ненецкого округа зарегистрировано 115 происшествий. Три из них связаны с купанием в неположенных местах. Все три случая закончились трагически. 15 июля в дежурную часть УМВД по Ненецкому округу поступило сообщение о том, что на озере Банное в Наринмаре утонул гражданин 1966 года рождения. 17 июля текущего года в поселке Харута утонул гражданин 1987 года рождения. Трагедия на воде случалась и в Заполярном районе. 11 июля в реке Янгари утонул житель поселка Каратайка 1970 года рождения. Предположительно, гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим сотрудники полиции предупреждают жителей округа о соблюдении ряда правил безопасности на воде. В летний период сотрудники полиции обращают внимание жителей и гостей округа о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. В целях проведения безопасного отдыха необходимо соблюдать общепринятые правила. Не употреблять спиртные напитки при купании. Не оставлять детей без присмотра. Купаться только в разрешенных местах. Несмотря на запрет купания на самоорганизованных пляжах, жители города и населенных пунктов продолжают проводить жаркие часы у водоемов. В связи с этим сотрудники МЧС России по Ненецкому округу регулярно патрулируют популярные у населения водоемы. Хотелось бы обратить внимание взрослых, что когда купаются дети, нужно максимальное внимание. Для того, чтобы произошла трагедия, хватит ровно одной секунды. Потому что когда человек тонет и кричит, значит, еще не все так фатально, потому что дыхание – это основная у нас функция. И когда человек кричит, он еще дышит. По-настоящему человек тонет молча. То есть вы даже не сможете толком и определить, что это уже все произошло. Вы только хватитесь, а уже никого не будет. Поэтому внимание, еще раз внимание закупающимися, особенно детьми. Напомню, в случае непредвиденных ситуаций необходимо связаться со спасателями по единому телефону службы 112. Дмитрий Марков, Антон Выдряков, телеканал «Север».